Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня я хочу предложить вам связать вот такой элемент. У меня получился даже не элемент, у меня получилась целая салфетка. Но, однако, я увидела это вот в такой вещи. Да, это салфетка, состоящая из вот таких. Все у нас завязано на саму толщину ниточки. Да? Здесь у меня достаточно толстая нитка. В 50 граммах, по-моему, 170 метров. А если эта ниточка будет потоньше, то, естественно, и сам мотив будет значительно меньше. Мы сейчас с вами свяжем с более тонкой нитки и посмотрим результат. Начнем вязать мы с вами с центра. У меня... Есть схема. Вот видите, вот в схеме показано сам отдельный мотив и показаны моменты, где у нас идет соединение этих моментов, этих мотивов. У нас получается как шестигранник. Начинать нужно вот с этого вот цветка. Но так как здесь не сказано, в общем-то, сколько петель, и сложно определиться. Лепестков у нас, видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 лепестков. Для того, чтобы не думать и не гадать, сколько нам сделать с вами петель, я предлагаю сделать вот скользящую петлю. Да, и именно в эту скользящую петлю, вот мы с вами закрепились, и будем вязать столбики. Столбики здесь у нас с двумя накидами, поэтому я вяжу 1, 2, 3, 4, 2 накида, захожу в колечко, придерживаю его и вяжу один столбик, вот так с двумя накидами у меня 2 петельки осталось, и второй столбик, 1, 2, и соединяю их вместе. Далее вяжу 1, 2, 3, 2 накида, и в это же колечко опять мы с вами вяжем столбики с двумя накидами, их у нас 3, и соединим вершинку, 1 и 2. Вот таких лепестков у нас должно быть 8. И затем мы с вами их затянем наше колечко. Так вяжем. Итак, вот смотрите, мы с вами связали наши лепестки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 лепестков. И вот наша ниточка, с помощью которой мы можем подтянуть наше отверстие в центральное. Видите, ее потом нужно будет спрятать, эту ниточку. А мы 1 накид. И вот заходим вот в вершинку первого столбика и вяжем столбик с одним накидом. Мы, как бы видите, нашлись в центре нашей арки. Давайте посмотрим схему. Вот мы с вами связали центральный цветок. Теперь у нас идут вот такие вот столбики. Между ними по 2 воздушных петли. Столбики опять-таки у нас с двумя накидами. Поэтому вот прямо с этой точки я начинаю вязать 1, 2, 3, 4. 2 накида. И в эту арочку вяжу столбик с двумя накидами. Так, 1, 2 накида и второй. Вот у нас с вами 3 столбика. Опять делаю 2 накида, перехожу в следующую арку. В нее вяжу 1 столбик, 2 столбик. И третий столбик с двумя накидами. Теперь 2 петли. 1, 2. 2 накида. И в эту же арочку мы опять вяжем с вами 3 столбика.
второй и третий. Видите, вот в самой арке у нас идут столбики, между ними арочка. А сейчас без всяких воздушных петель мы просто делаем 2 накида и переходим в следующую арку. И следующая. Так по кругу. Так мы с вами обошли весь ряд. Последние у нас с вами, видите, столбики. Здесь мы вяжем 1, 2 и соединяемся вот с 4 петлей подъема соединительной петлей. Вот у нас что с вами получается. Теперь давайте посмотрим схему. Вот видите, у нас идут вот такие вот столбики, соединенные между собой арочкой. И столбики у нас идут под саму арку. Мы с вами находимся вот, допустим, в этом соединении. Нам нужно с вами сделать сейчас столбики. Вот 1, 2, 3, 4, 2 накида. Мы заходим во второй столбик, не довязали, 2 накида, заходим в третий столбик, вот не довязали, и теперь соединяем их вместе. Теперь я вижу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 воздушных петель. 2 накида и захожу в следующие столбики. И опять вяжу столбики, не довязанные, с 2 накидами для того, чтобы их соединить в одну вершинку. Вот так. И соединились. Видите? Теперь 2 накида, захожу под арочку, вяжу столбик. Просто столбик, видите? Теперь 2 накида, и вот из этих 3 столбиков мы опять их соединяем в одну вершинку. Вот так. И соединились. Далее мы опять с вами вяжем вот эту арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 накида и провязываем столбики. 1, второй и третий. Соединились. Вот наша арочка. 2 накида под арку, столбик. И вот наши опять столбики, в которых мы опять их соединяем в одну вершину. Недовязанные и так далее. И так вяжем по кругу. Мы обошли с вами весь круг. И вот смотрите, мы начинали с вами с этого столбика. Вот столбик с одной вершины. Столбик у нас под арочку. Но мы с вами должны соединиться соединительной петлей вот с этим столбиком. Вот в итоге ряд у нас с вами завершен. Все вот эти арки мы обвяжем одинаково. Столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
и вот 8. Видите, восьмая петля у нас как бы находится на центре. И вниз мы тоже с вами опустимся 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. А здесь у нас с вами 3 столбика. 1, 2 и 3. И далее мы обвязываем все арки одинаково. Итак, вот что у нас уже получилось. То есть мы с вами связали вот этот ряд. То есть мы даже вот последний ряд у нас вот такой. Видите, насколько у нас разница. Теперь у нас идет вот такой замысловатый узор. Вернее, ряд, что просто он очень сложный. Мы с вами сейчас соединительными столбиками дойдем до восьмой петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И восьмую петлю я захватила последнюю. Вот у нас восьмая петля. Вяжу 1, 2, 3. Накид. Захожу в эту петлю. Один недовязанный столбик. Накид. Второй недовязанный столбик. Соединились. 1, 2, 3. Накид. Опять захожу в эту же петлю. Тут опять-таки прошу прощения, 2 накида. Столбик с двумя накидами. Вот так. Теперь мы вяжем с вами 25 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 20, 1, 22, 23, 24, 25 петель. Захожу вот в этот, в эти две петли и вяжу соединительный столбик. Вот так. Видите, у нас что с вами получилось? Лепесточек, как бы стержень, и вот эта вот большая петля. Я теперь вот так вот беру мой лепесток. Работа идет у нас рабочая нитка. Так. Я вяжу одну воздушную петлю и захожу под арку. Вяжу один столбик без накида, второй столбик без накида, полустолбик с накидом, один и второй. Накид я вяжу три столбика с одним накидом. Один, два. И 3. 5 столбиков с двумя накидами. 1, 2, 3, 4. 5. Вяжем 7 столбиков с тремя накидами. 1, 2,
3. Я провязала 7 столбиков с 3 накидами. Делаю как бы вот центральный столбик с 3 накидами, да? И теперь вот эту сторону мы опускаемся столько же, сколько и с этой стороны. То есть 7 столбиков с 3 накидами, 5 с 2, 3 с 1 и по 2 столбика с полустолбик и столбик без накида. То есть вот сейчас мы опять опускаемся вниз. 7 столбиков. 7 столбиков мы связали с 3 накидами. Теперь у нас 5 столбиков с 2, да. Итак, я вот эту большую петлю обвязала столбиками, как вы видите, да. Что у нас дальше? Последние 2 столбика без накида, и мы вот в эту петельку вяжем соединительный последний столбик. Теперь 1, 2, 3. 2. Тут у нас, я не помню. Накид. Мы с вами заходим. Провязали 1, 2 и 3. Соединили их. И в итоге вот что у нас с вами получилось, да? Теперь 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. На вот этой арочке мы отсчитываем с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 8-ю петлю зашли. И повторяем с вами все то же самое, что только что вязали. Вот это у нас такой ряд достаточно громоздки, видите? Теперь 1, 2, 3, 2 накида, вот так, и теперь 25 петель, и мы с вами вяжем точно такую арку. И так все арочки мы провязываем одинаково. На этом моменте первая часть видео я закончу. И далее мы с вами уже начнем вязать вот обвязку, следующие ряды, потому что видео получится очень большое. И для того, чтобы сократить немножко ваше внимание, я сделаю 2 видео. На этом моменте прощаюсь. Встретимся во второй части.